В выходные на стадионе Туймаада прошли соревнования по национальному многоборью среди пожарных якутского гарнизона и близлежащих улусов Якутии. Об итогах соревнований в сюжете Виталия Абрамова. В этом году пожарные спортсмены соревновались по 5 видам национального многоборья, среди которых «Үспегүл-Үс», «Хапсагай», «Масреслинг», «Таскатыгы» и «Бег на 400 метров». Кроме того, новинка нынешнего сезона – прокладка магистральной линии. Из 10 человек 7 мастеров спорта по различным видам спорта. Ребята все в этом году, ну, большинство участвовали на играх манчары, чемпионы манчары есть, призеры манчары, республиканских соревнований. Среди этих батуров был и титулованный чемпион мира, России и республики по масс-рестлингу пожарный Павел Черноградский. Отлично, конечно. Здоровый образ жизни, ну и продвигает всех, и уровень растет. Все остальное. Среди молодежи кого можете отметить? Ну, да, тут появились, ага. Владимир Никитин тут получается. Ну и Владимир Федоров. Оба. В этом году только поступили. И слова Павла оказались пророческими. По итогам лучшим в общем зачете стал уроженец Амгинского улуса Владимир Никитин, который только в этом году поступил на службу в специализированную пожарно-спасательную часть республики. Ну, конечно, не ожидал, что сегодня выиграю. И хочу отметить, что подобные соревнования МЧС только продолжают мотивировать нас в дальнейшее участие в национальных видах спорта. Напомню, это уже вторые такие соревнования в МЧС, и организаторы надеются, что с каждым годом масштабы многоборья будут только увеличиваться. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.